поздравляем, что ты все-таки теперь оказалась, Анечка, у нас в команде. И мне кажется, для тебя это, ну, достойный клуб. И хочется сразу же спросить о том, как ты себя почувствовала, успела ли за эти 3 дня хотя бы как-то привыкнуть к команде и понять игру, и, в общем, освоиться в сегодняшнем матче. Ну, на первую тренировку, когда я пришла в команду, то есть стала, ну, разминка прошла, как обычно, то есть все, а потом стали крутить расстановки. Было такое ощущение, что я как будто здесь всю жизнь играю, то есть я сразу эмоционально, то есть начала как у себя дома кричать там с девчонками, то есть вообще, то есть спокойно, не комфортно никакого. Со мной знакома по сборной команде, да? То есть поэтому, наверное, мне все-таки костяк команды, то, что это со сборной, то есть все поддерживают, как ко мне хорошо относятся, мне намного легче, я приехала как к себе домой. Отлично, хорошо. Где устроилась квартира, все хорошо? Успела вещи перевезти? Нет, как-то. Пока еще я взяла по минимуму, то есть вот что, вот, только вещи там, минимум вещей. Вот, сейчас пока в Луче, и вот завтра перееду уже в квартиру. А вот решение сменить клуб тебе тяжело далось? Или все-таки хотелось чего-то, ну, играть на более высоком уровне? Все-таки мне, если честно, это сказали, вот, когда у нас игра была с «Динамо». То есть мне даже особо-то не предлагали, мне сказали вот так и так. За тебя все решили? Да, вот надо ехать. Ну, ты обрадовалась? Ну, сначала у меня были слезы, сопли там как-то, вот это я даже не понимала. А сейчас, ну, как бы, с командой мне хорошо, мне комфортно, вот. Единственное, что, ну, вот, в сегодняшней игре где-то немного не получилось в защите, то, что надо дорабатывать, ну, как бы, в принципе, я знаю, что мне нужно, вот, и дальше будем стараться, будем работать, постараюсь, то есть, усилить защиту прежде всего. С приемом, я думаю, что сегодня, ну, нормально было. Вот мне как раз хотелось и сказать, что защита вот в команде, но со стороны, по крайней мере, мне показалось, что совсем не получилось. Да, но вот именно защита у нас. Но ты единственный человек, который с этим справлялся, по крайней мере. Нет, я считаю, что сегодня я плохо защищалась, но как бы я себя оцениваю, но я, ну, как бы... Ну, ты требовательный к себе, да, человек. Вот. Значит, остальных было еще чуть-чуть хуже. Все старались. Или я атака думала, все-таки просто... у Казани настолько хороша, что... Да нет, просто не немножко, может быть, где-то скованность своя вот была. Может быть, вот на этом немножко проиграли. Вот. Хорошо, ты уже дала нам комментарий по поводу сегодняшней игры. Может быть, скажешь, как будет в Казани? То есть, все-таки надежда есть, там будет сложнее гораздо. Но как, ну, понятно, что сложнее. Ну, я думаю, что у нас есть еще несколько дней к этому подготовиться. И психологически, то есть, и физически. То есть, как раз вот какие-то моменты, я думаю, что мы разберем. Предстоит еще выезд в Екатеринбург. Игра, да, против «Уралочки», которые неплохо, ну, выступают вот сейчас. Ну, сначала, конечно же, мы будем настраиваться на «Уралочку», то есть, чтобы выиграть их. А потом уже, я думаю, что будем думать о Казани. Держать в уме все равно, да, Казань. То есть, конечно, и готовиться дальше к Казани. Но я думаю, что нам по силам команда. То есть, на той стороне стоят такие же люди, то есть, которые тоже могут и ошибаться. Ну, третья партия была показательной. Как только, да, Казань начала ошибаться, тут уже и у вас появился совершенно другой кураж, настроение. Да. То есть игроки, и там именитые, да, игроки, но у нас они ничем не хуже. У нас тоже есть замечательные люди на площадке, то есть, которые могут делать игру, только вот нам защитой своей надо им чуть-чуть помочь. Они будут забивать. Будете стараться именно, да, защиты как раз. Да. Я тут с тобой соглашусь, абсолютно не хватило сегодня. Да, защиты. Ну и у нас традиционные приветствия болельщикам. Все очень рады тебя видеть, и я от наших болельщиков, конечно, еще раз поздравляю тебя с тем, что ты теперь в нашей команде. Желаем удачи много, и увидимся на следующих играх. И от тебя что-нибудь передашь болельщикам? Да, ну, болельщикам большое спасибо, что вот как бы радуются за меня, вот то, что я все-таки здесь оказалась. Вот, и, ну, я очень постараюсь со своей стороны сделать все возможное, чтобы команда завоевала, то есть как можно больше титулов. Вот будем работать, буду стараться. Всем большой привет. Спасибо огромное. Все, спасибо. Все, добро.